Поселок Российский. 1:20 ехать. Да, иди в жопу. Не желаете ли за 1:10 прокатиться за 650 рублей? Друзья, всем привет, с вами Дим Такси. Сегодня у нас пятница, мы будем работать в тарифе комфорт и эконом. Заказ отменен. Не знаю, сколько получится сегодня заказов сделать. Коллеги, если вы ищете хороший таксопарк, рекомендую таксопарк Гарантия. Комиссия парка 1.5%, вывод безнала 1%. Самая главная фишка – покупка смен при нулевом балансе. Время у нас 3 часа дня. По городу КФ, сейчас я вам покажу. КФ по городу 250, ну, в некоторых районах есть. А вот и лужи. Ненавижу лужи. Реально. 370. Давайте посмотрим, что у нас здесь по лужицам. Бонусы сегодня. О, заказик. Без кэфа совсем. Заказ отменен. Не нужен нам такой заказ. В 15:50 лужи включатся. И будут они 17:49. Время у нас 15:07. Обнулил пробег. Температура в Краснодаре у нас 1 градус. Видим, да, снег лежит на машинах. Вот. Так что сегодня поработаем, посмотрим, сколько получится. Ну, я думаю, 3 чистыми сделать и домой уезжать. В принципе, нормальная тема. Сейчас вам покажу фишку. Следующий заказ пришел. С Невкипелова. 1:10 ехать. 389 рублей. Ну, это дичь полнейшая. На улице ужасный ветер. Так что давайте работать. Коллеги, в Краснодаре Яндекс уменьшил гарантию. Раньше было для бренда 6,5, а сейчас 6,125. Хорошая шутка. Ну, это дичь полнейшая. Реально. За 35 заказов 6,125. А было раньше 6,500. Чего они хотят? Заказ отменен. 50 минут ехать вообще. Дежнёво, конечно, такие заказы не беру. Заказ отменен. Миллион раз на Uber пропускать будем, потом они меня в бан поставят и все. Жду сейчас, пока кэфа нету на гидрострое. Ждем какой им заказ по комфорту. С Невкипелова на Трудовой славы. 71 заказ рубль. Заказ отменен. Вчера прикол был, пробка 9 баллов была, и Яндекс по 60, по 70 рублей кидал. Ну, это вообще за гранью возможного. Где-то в каком районе кэф был, в каком-то вообще ничего не было, реально пусто. На фестике вообще кэфа не было. Хотя там все стояло, начиная по Тургенева до Красной площади, ну, в общем, жесть. Заказ по комфорту прилетел. Оценка 5, берем. Поехали за пассажиром. Прилетел следующий заказ. Тот заказ мы завершили. Сумма поездки у нас составила, сейчас скажу, 232 рубля с комиссией Яндекса 185. Едем за следующим пассажиром. На Ставропольское КФ 150. Ну, это вряд ли он мне сейчас плюс 40 там давал, там вообще жесть по комфорту. Кто меня смотрел в ТикТоке и в Ютубе, в предыдущем ролике вы можете посмотреть, как Яндекс занижает оценки. Это вот стабильно вот так вот. У меня было раньше 4,79, сейчас у меня 4,88. Что для этого нужно? Для этого нужно ставить всем пассажирам единицы, то есть колы. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Кол поставили, ну и все, как бы там. Разбираться никто ничего не будет. Ставите колы, у вас хорошие оценки появляются, у вас хороший рейтинг появляется. Ну, в общем, результат есть. Добью до 4,90, покажу точно, как я это все делал, то есть, как это все начиналось, ну, по дням. То есть, у меня каждый день оценка повышается. Едем на заказ, пассажир ожидает. Вот такая у нас погода прекрасная. Поеду по комфорту с первой линии поймы реки Кубань на Ставропольскую 248. По городу у нас КЭФ
есть, но небольшой пока что. Я бы сказал бы, еще пробки не начались. Сейчас пробка вот 4 балла. А если будет 9, как вчера, то будет КФ-250. Друзья, завершаем свой заказ. Сумма поездки 176 рублей. Нажимаем завершить. Ставлю пятерку. А знаете, почему пятерку? Потому что 176 рублей поездка была и дали 200. То есть без сдачи. Небольшой чаек есть. Ну, я думаю, это хорошо. Тем более в наше время. Ребята, не будем о политике. Поехали дальше поработаем. Коллеги, хотел бы рассказать вам про брендинг. С 1 марта оклейку со старой ценой не получится подтвердить на фотоконтроле. В общем, я себе сделал на борту зеленый стикер 55 рублей и на заднем стекле. Пойдемте посмотрим. Вот так вот выглядит стикер. Сейчас покажу вам на заднем стекле, что должно написано. Вот. Черная вот эта полоска и надпись. Друзья, если стикера на дверях не будет и на заднем стекле наклейки такой, как у меня, вы потеряете приоритет. Так что думайте. Время есть у вас. 1 апреля это будет все заблочено. То есть приоритет вам не будет даваться. Ребята, кэфы пошли. 384 рубля в Афипске. Кто поедет? Час 10 ехать. Брать, не брать? Не знаю даже. А знаете, почему не взял? Сумма, да, нормальная, 910 рублей. Но, смотрите, поехал бы туда, 910 рублей, правильно? На бензин. Потратил за комиссию Яндексу, отдал. В итоге чистыми ты заработаешь пятихатку за 2 часа. Это дичь полнейшая. С Бургасской на Калинина. Плюс 100 кэф. Давай, до свидания. Ставропольская. На Мачуге. 194 рубля. Тоже не хочу такой заказ. Там мало. Сейчас реально приедешь, там будут они минут 5 собираться, еще что-нибудь. Ну, короче, такие движения. Я лучше комфорт дождусь. Друзья, поступил следующий заказ. Поедем со Старокубанской на Кузнечную. Приехал в центр со Старокубанской. Время в пути 25 минут. По деньгам знаете сколько? Я люблю такие заказы. 300 рублей. Пусть будет чистыми 250, это зачет. Стою в луже. Вот, в лужице. Лужа у нас сколько? 415. Отлично. Заказов нет в луже. Ну, ожидаем. Пью кофеек. Пью кофеек и жду заказ. Друзья, хочу вам рассказать о одной фишке в Volkswagen. Есть вот такая вот кнопка, посмотрите, да? Подогрев зеркал. Когда мы включаем подогрев зеркал, автоматически зеркала нагреваются. Идет дождь, снег. У вас постоянный хороший обзор. Вот сейчас снег пошел. Если будет больше снега, я покажу, как эта тема работает. То есть спокойно двигайтесь, и у вас зеркала с обеих сторон полностью, вы видите в них и кайфуете. Я вот реально еду и кайфую то, что я все вижу, что происходит. Друзья, Uber раздает. Посмотрите, в Лорис поселок, 649 рублей. Не желаете ли за час 10 прокатиться за 650 рублей? Нет, конечно. У меня он кофеек стынет. Пока работать не хочется. Друзья, прилетел заказ с кэфом 120, а я стою в луже, где лужа 415 рублей. Значит, у меня будет минималка 415 рублей. Пишут: здравствуйте, рядом с алкотекой на Промышленной. Сейчас им лайк нажмем и погнали. За 15 минут заработал 335 рублей. Это по красоте вообще. Плюс я в луже стоял, это 435 рублей была минималка. Сейчас посмотрим, сколько чистыми получилось. А чистыми получилось 334 рубля. То есть поездка была 335, но вот чистыми получилось 334 рубля за 15 минут. Если еще раз такой заказ взять,
То есть за 30 минут можно заработать 660, ну пусть будет 670 рублей. Так что я думаю, это нормальная тема. Пробка у нас 7 баллов, это печально. Стою я сейчас на улице Южной, кто знает, это Южная индустриальная, район сити-центра. Сейчас вам покажу. Лужа 425, я как раз в луже нахожусь. Если сейчас включусь на линию, то, возможно, я поеду вот сюда. Вот видите, пробка вот эта огромная. Это в Адыгею все едут. Не особо так хочется. Ну, поехали куда-нибудь на Кубанскую набережную, там запущусь. Сейчас сначала Uber запущу, может, Uber что-нибудь даст. Символическое такое, чистое, нормальное, короче. Включил Uber, ждем-с. Поселок Российский, 1:20 ехать. Да иди в жопу. Хутор Ленина, 10:10 ехать. Совсем бешеный, что ли? Шевцова, не знаю такой улицы. Тургенева, 35 минут ехать. Не-не-не, говно. На Индустриальный подавать, а здесь пробка, как подать, не знаю. Ну, в общем, 10 минут, это примерно я подачу буду делать. В Краснодаре начался снег. Вот мы видим, да, летящие хлопья. Ну, небольшие такие, но есть. Сегодня снег, у нас будет примерно 60-70% осадков. В общем, я думаю, так примерно вот с 5 вечера до 6 утра снег будет. И, в общем, снег будет и завтра. Я не знаю. Ну, вчера я ездил вечером, очень скользко реально. Вот то, что вот нападало там немного, и образовался гололед. Минус 3 у нас было. Давайте посмотрим, сколько у нас сейчас температура. Температура 0,5 градусов. Это означает, нужно работать. По Uber пролетело 3 заказа. Мы все пропустили, потому что они вообще дичайшие. Сейчас едем в сторону Кубанской набережной, там включимся. Потому что здесь не хочу включаться, сейчас в Адыгею меня отправят, это 100%. Друзья, приехал я в лужу, сейчас включаемся на линию. Стоит только комфорт, потому что эконом сейчас непонятное место, куда им затянет реально. Включились, 7 баллов пробка. Лужа до скольки у нас? 17:49. Вот она, Цезарева Кунникова. Да ты что говоришь? Заказ от... Давай, до свидания. Это так, по-серьезному, да? Братишка. Сейчас надо будет паркануться здесь. Давайте посмотрим, что я сегодня заработал. В программе новый интерфейс. Заработал я 1295. Это уже с вычетом Яндекс.Комиссии. Сделал я 6 заказов. Как говорится, еще не вечер, еще будет, да? Ну, пробка 7 баллов, меня это злит. Активность соточка, рейтинг 4,88. Золотишко, 3,533 балла. Так, что у нас по карточке качества? Карточка качества. Воу-воу-воу-воу-воу, вежливость. Пользователю нравится ваша вежливость. Нормандос. На этой неделе ваш средний заработок составил 355 рублей в час. Дичь. На самом деле, хотелось бы больше. По 400, по 500 рублей. О, тема нормальная. Каста. Ребят, хотел вам сказать о том, что у меня есть ТикТок, но из-за всех вот этих санкций, непонятных вот этих движений, сейчас в ТикТок я пока временно не выкидываю. То есть все короткие видео будут у меня в Ютубе, в шортсах. Так что подписываемся, ставим лайки, комментируем. Мне всегда приятно почитать ваши комментарии. Я отвечаю всем на комментарии, потому что у меня приходят уведомления, появляется свободное время, я вам всем отвечаю. Так что есть какие-то вопросы, интересуйтесь, я вам все расскажу. Покорить мир, как его покорил вас. Видит Бог, в залах не будет пусто. Ты не устал, это каста. Чувствуй. Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Какие-то типы качают головой в ритм. Мол, узнали себя они там в наших песнях. И новость.
смысл на старом месте. Уже нашли, он и правду есть там. Каста звучит на весь дом у нее. Красавицы, что любуются своим бельем. С кремом на лице, перед зеркалом кривляется. Танцует, прямо супер. Такого не увидишь в клубе. Да, в клубах мало что заметно. Из-за пафоса и азарта все верно. Но когда ты завтра очнешься в смутах, мы вернем к старту твой рассудок. Пусть так не кипишуй, все ништяк вокруг. Пусть так не кипишуй, все ништяк вокруг. Пусть так не кипишуй, все ништяк вокруг. Пусть так не кипишуй. Смотрите на главных каналах все эти сериалы, которые снимали для умственно отсталых. Вы читаете журналы, где смакуют фото пьяных и на звезд и прочую такую. Друзья, у меня просто настроение кайфовое. Снежочек идет. Заказики валят. Ждем комфорте. Надеюсь, будет это коротыш. Ну и в общем, поедем спокойно работать. Кубанская набережная, Котлярова. Не, конечно, не поедем. Ты че? Смотрите, сейчас будем лезгинку. Лезгинка! А что ты говоришь? Нет интернета. Друзья, напишите в комментариях, какую вы музыку слушаете. У меня, в общем, сейчас прилетел заказ. Хорошо то, что не отменили его. Заказ у меня был сейчас в гимназической на РЖЦ «Нефтяников». Я посмотрел, ехать примерно 45 минут, если срезать где-то что-то там по дворам. А если нет, час 10. Ну, в общем, Яндекс, скажем так, опять обманывает меня. Ждем следующий заказ. И слушаем, конечно, Гуфа. С Кубанской набережной на Буденного. Во-во-во, это каратыш просто моментально. Кайф, кайф заказ. Реально кайф. Ребят, ну по городу у нас 7 баллов пробка. Сейчас вам показывать буду. Смотрите, я не знаю, куда двинуться. Просто все стоит. Кэф есть, 250. В центре непонятное очко, которое вот это вот. Кэфа здесь нет. Попробуем запуститься, что там даст. Коллеги, прилетел мне заказ наконец, коротыш. С Кирова на индустриальный проезд. Погнали! Друзья, дождался я заказ. В общем, заказ был по комфорту. С Кирова на индустриальный проезд. Сумма поездки 137 рублей. Ну, это, конечно, дичь. Но зато не в 7-бальной пробке. Так что посмотрим, сколько сегодня заработает. По городу что у нас? Давайте посмотрим. КФ 250. Ну, 250 он не дает. Дает от силы соточку. На улице у нас снег усиливается. Метет, да? Хорошо так прям. Станица Северская. Не-не-не, не поеду. Сейчас за 1000 рублей туда ехать нафиг они нужны. Друзья, помните, я вам говорил, когда снег начнется, я вам покажу, как работает подогрев зеркал. Смотрите, режим. Так, что у нас? Красина на Ленина. Это минималка. Поедем. Смотрите, работает, да? То есть подогрев зеркал работает. Смотрите, как чисто. С этой стороны и вот с этой стороны. То есть видно все. Печка чуть-чуть включена. Вот. И вот реально кайфуешь, короче, когда вот такая вот тема. Коллеги, добрый вечер. Сегодня я поработал 10 часов.
Вот, смотрите. Пробег мой составил 142 километра. Погода у нас сейчас в Краснодаре минус 2,5 градуса. Давайте посмотрим по заработкам, что у нас получилось. Грязью 3422, 16 заказов за 10 часов. Мало-мало сегодня. Вот, ну пробки просто большие были. По карте 3600, наличными 659, расходы 840. Ну это комиссия. Яндекс комиссия 781, парк 5926. Катал на Яндексе только комфорт сегодня. Убер не трогал. Рейтинг 4.88, активность сотка. Завершаю свою смену. Всем желаю достойного заработка. Если кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. В общем, всех обнял, всем добра, пока.